С началом пандемии коронавируса каждый из нас стал чаще обращаться в медицинские лаборатории. ПЦР-тесты, другие виды анализов, различные скрининги. Все эти обследования вошли в обиход. Каждый человек хочет быстрой, качественной и по приемлемой цене медицинской помощи. Сдать анализы и пройти полную диагностику теперь можно в новом медицинском центре. С торжественного открытия, Альбина Ламкова. Здравствуйте. Вам расширенный или какой? Расширенный, да. В новом медицинском центре «Медплюс» можно сдать анализы и узнать, в какой помощи нуждается ваш организм. Специалисты выполняют около 2000 видов исследований. Посещение центра «Медплюс» медицинские анализы оставит хорошее впечатление не только благодаря качеству обследования, но и комфортному обслуживанию. Очень удобное место расположения открытия данной лаборатории. Вежливый персонал. Быстро взяли кровь с вены для анализа. Цены тоже очень приемлемые. Также имеются некоторые скидки здесь, которые мне предложили. Мне очень понравилось. Анализ крови – наиболее точный способ диагностики проблем, связанных со здоровьем человека, а также необходимое условие профилактики возможных заболеваний. Мы рады приветствовать вас в нашем медицинском офисе «Медплюс». Мы предоставляем услуги по сбору более 2000 видов медицинских анализов. В это непростое время желаем вам получать только хорошие результаты. Будьте здоровы! Располагается «Медплюс» медицинские анализы в самом центре города, по улице Ленина, 2, угол дома, пересечение улиц Кавказская и Ленина. Кратчайшие сроки и приятные бонусы. Для всех пенсионеров действуют постоянные скидки 10%. В день торжественного открытия медцентра организовали викторину. Активные участники получили призы. Каждый из вас уже получил 5% скидку. Всем присутствующим и прохожим праздника подняли настроение песни в исполнении известных артистов республики. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево, Черкесия.